Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончиков, сюда отличнейшее настроение. Сегодня мы играем в CSGO в прятки на карте FNAF. Какая-то часть можете написать в комментариях. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, а я попал по тебе? А у меня много хп, Димас, тебе просто главное выжить. Опа. У Димаса очень много нычек, так что везде на стенах нажимай на Е, где-то ты можешь нычку найти, кстати. Угу. Тут везде куча-куча нычек. Ребята, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Опа, ничего себе их тут. Двойная вентиляция. Там вентиляция. Тройные двери. Я вообще пролезть сюда не мог. Удивление. А чё ты запрыгнуть не можешь? Ты можешь просто прочекать. Могу. Ну не залазится. Control. Давай договоримся. Ну, пожалуйста. Давай, пока. Красавчик, молодец, пристрелил его. Было прикольно понаблюдать. Надо карту немножко изучить это. А то я на месте топчусь. Так вот, у вас 30 секунд, чтобы спрятаться где-то. Угу. Димас, смотри. Нычку. Давай, показывай, куда. Вообще тут рассчитано, чтобы только один охотник был. Виктор, зайди за их команду. А должен один искать, да? Да, только на сцене один спавнится, а Виктор, блин, хорошо. Он так, давайте я тогда рестарт на карту, давайте. Ну, зайди сначала за их давай, кровку. Рестарт. Все, есть. Да, потому что должен один быть только искатель. Ну все, давай. Отлично, Димон, так даже лучше. Хочешь, покажу? Вот, ничего вот, себе. У вас здесь секунда осталось. Контрол пробел. Зажми контрол и пробел. Сейчас. Сюда, в эту сторону. Димас, так, давай, все, я вас ищу. А я не могу. Короче. Я вас Димас. Ищу. Он уже ищет, а я боюсь. Димас. Блин, пойдем, ребята. Димас, за мной. Ладно. Так реально тяжело запрыгнуть, я все пробую. Я отвлеку его. Пиццерия стрёмная какая-то, ребята. Троих сразу. Диман, ты красавчик. Трипл килл. Так а вы чё все туда? Так я без понятия думал, они в другую сторону пошли. Все, давайте, кстати, за шторками на сцене, так что вы можете сейчас везде бегать. Димас, тогда за мной. Давай еще карте походим. Дима, не убивай, дай мы еще по карте немножко прогуляемся. Секунд, Димас, есть, чтобы спрятаться. Подожди, а что я не могу? А что дверь? О, все. Там так прикольно ты проходишь, дверь так проворачивается в стене, мне непривычно. Он в наушниках, он все слышит. Вы что, ребят, это серьезный пацан. Бежит, я вижу. Опа, обстреливает. В следующий раз я буду ходить. Да не ходи, он слышит. Так нет, если... Шифтуй. Ну так. А, ближе к стенкам не подходи, там нож видно. И понял. Руки. А чё он там стреляет, слышишь? Я проверяю. Он обыскивает. Я понял. Ничего себе ты там обыскиваешь. Оп, пришел, бегает. Так. Зачем ты нас спалил? Так я пошел. Вот, блин, я думал, нас в темноте не увидят. Так скажи ему, как выйти. Или не говори, как хочешь. Угол какой-то. Скажу, я, короче, прожу. Я тебе дам на одной минуте подсказку. Да нет, давай хоть выиграем, тогда не говори ему ничего. Пусть. Давайте посмотрим интеллект. За 3 минуты Димон догадается, как выйти или нет. Тут сложно, Риля. Даже если он выйдет, там он не сможет, да, тебя найти? Блин, вся надежда. Вся надежда на его голову. Поднялся по лестнике. Попробуй на Е. Молодец, Диванчик. Теперь найди его. Да что за фигня? Да вот такая вот штука. Тролололо. Тролололо, да, это точно. Блин, смотри, нашел. Да, смейся, ты его не найдешь. Да откуда вы эти все нычки знаете, я в шоке. Их тут миллион. Я посмотрел, пока ты там был. Так интересно. Кстати, нычку вот с этим комнатой охранника я только сейчас увидел, куда залезать, чтобы в комнату попасть. Слушай, так я не знал, нашел, куда быть. Я бы тебя убил, если бы ты не нашел, так что... Да. Я попрыгал, смотрю, текстуры немного просветят. Так. Ну что, ты готов умирать? Ну да, наверное, он тут где-то. Давай, я тебе подсказки даю. Одна минута, Виктор, ты должен продержаться. Одну минуту, и мы затащим его. Затащим? Сказка. Около... Ну да. Может, надо что-то сделать здесь?
Может, мы что-то не делаем? Может, что-то нажать нам надо? Или... Намек. Нет? Комната охранника. Зачем? Ты говоришь. Дан-дан-дан. Он не поймет. Поймет. Кто его знает? Тебе 30 секунд. 30 секунд. Не будет пролезть в лоу. Я забыл, что он не поймет. Так, Димончик, никого. О, интересно, что... Банально сильно мыслишь. Ну все, мы выиграли. Он даже если будет пока выйдет и будет знать даже где-то, он не дойдет. Выйдет просто и пофанча около него. Выбежи, побежи около него. Попрыгай около него. Ну-ка, ну-ка. В зале, где ты респавнишься. Ну все, мы затащили. Ничья! Тут нельзя, значит, там никак выиграть. Все равно. Можно теперь я буду охотником за головами? Давай, давайте по очереди, потому что это будет долго. Давай, кто теперь охотник? Я. Так, Димон, давай, давай за нашу сторону. Давайте рестарт. Пойдем за мной, Димон. Все, рестартнул. Ну все, поехали. А где ты был? За мной, Димон, сзади, вот я. Виктор, где ты был? Что? Где ты был-то? Ты где? Идемте вот. За мной, оба. Вот, пошли. Покажи, где мы ты успеем был. За 30? Вот успеем. Смотри, видишь, тут немного... Прыгай. А где ты был-то, Виктор? У меня наушники от Razer, друзья мои. Ну, я тебе хоть наушники от Фрейзер, хоть от Невея, знаешь, но все равно. Наушники от Арифлейм. Опа. Вы видели, он зашел в туннель? Ну, скорее всего, из-за того, что чиркали. Да. Ты проиграл, мы выиграли. Виктор, все? Ты красиво продул, согласен? Да. Все, я играю, давайте. Давай, я искатель сюрпризов. Вот теперь я чувствую себя королем. Это как-то анализирую. Вот он красавчик, сзади меня лазил. Да-да-да, ты на минимапу надо поглядывай. Ты что, будешь в догонялки со мной играть? Да. Нет, так нечестно! Я так не отдавал! Тихо-тихо! Так, ладно, я выбегаю, знаете. Попробуй на лампу нажать. Я тебя вижу, а ты меня нет. Есть. Что? Доигрался. Дурачкам везет. Так, еще остался Димон еще у нас? Белую кнопочку нажми. Я не успеваю Димона убить. Сзади тебя. Слева сразу. Не тут. А, все. Блин. Ну как тебе проигрыш? Я знал, что я проиграю. И специально не убил Димона. Ну все было прикольно, да, я Димона пощадил. Давайте я еще разок, мне так понравилось. Димон, иди за мной. Я вас поищу. Я только карту просто начал изучать. Так, ну что, дубль 2. Сейчас я буду более опытным и смелее. Да? Ну конечно, я псих. Наполовину. Я FNAF знаю эту карту как своих 5 пальцев. Да. Все, вам конец, короче. Первый пошел. Друзья, вы не выживете. Ты должен выбраться. Зачем вы мою нычку открываете? Я залез. Я отлично, я тут спрятался, сижу. Моя очередь. Все, беги, ты сейчас умрешь. Давай не надо, Дима, давай это говори. Только не говорите, как сюда залезть. Блин, ребята, подскажите. А вот. Беги, Димас. Димон, ты тебя там двигает. Я обстреляю, я попаду. Они по-любому тут сидят, я же знаю. Подожди, тут нычка. Подожди. Как вызвать этот лифт? Ё-моё. Не скажу. Вот он. Тихо, ты, блин, даёшь. Я догадался. Не заберёт, нет. И чё дальше? Иди там. Надеюсь, он не догадается. Хана тебе. Вы шутники с большой дороги. Ё, блин. Мне радычка очень нравится.
Нифига шеньки не вижу просто. Это плюс. Сзади тебя. Да не говори, ничего не подсказывай вообще. А так он видит этого Виктора Коса. Ты что, миллиметр? Он наверху, один наверху. Тихо, 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 тихо. Куда он мог сливануть? Ищем, ищем, ищем. Нет, пожалуйста. Около комнаты охранника. Закрыто. Да что ты палишь, не надо. Нету. Блин, тут столько нычек, я даже не знаю, в какой идти. Так в чем прикол? Если было бы несколько нычек, было бы неинтересно. Да ё-моё! Там бы еще одна нычка. Так, давай. И в этой нычке еще одна нычка. Димон, ты должен выиграть. Я должен выиграть. Где ты запрятался? Так и не понял, что это за место оно сейчас. Буду мальняком. Мальняком. А, прикольная нычка. В шахте какой-то. Чё так? А, подожди. На. А, выключила свечица, может он с этим играет. С кодом. Командным. Ты сказал на шахте, я понял. Ой, свечи включен, а ты, скорее всего, этот RDRF от Хермода. Да, мне тоже кажется это. Ты вы заметили, ребята? Да-да-да, он слишком хорошо знал. Так а что надо, SV-чит 1 или 0 прописать? 0-0, SV-чит. Так я прописывал, смотрите, SV-чит 0, вот я прописываю, и все равно он может команды вводить. О, нет, да, теперь нет. Нельзя. О, класс. Да, я сейчас... Ну, вот сейчас вот было нечестно, в той стороне. Виктор, ты спалился, сказал... реально спалился, вы заметили? Я сказал вам в шахте, я пришел. Да какая то шахта, что ты мне рассказываешь, шахта? Буду я с вами спорить, думаете? Мы теперь знаем, что ты еще тот читер, честно. Ничего себе! Ху-ху-ху-ху! А вы где, кстати? Мы новую нычку нашли, только никому не говори, понял? А только меня. Вы можете меня встретить? Во. Встань на балку и стой. Ну. Это он никогда не найдет, будем тут угорать над ним. Быстрее только, время, цигель. Левее, ну, чуть-чуть. Вставал, и что дальше? Не-не-не, ты не встал. Надо чуть-чуть левее. Ровно, чтобы ты был по центру тела было. Во. Вот это да. Согласись? Сила, да? Да. Поугараем. Теперь только на контроле будем ходить. Или на шифте можно ходить. Ну или на шифте шифтовать будем. Вот это, ребята, мы нашли нычку. Вот это пиццерия, вот это секреты. Да. Красавчик. Все, сидим здесь. Сидим, только не, больше не вылазим и не чиркаем. Да-да-да-да-да. Все, тихонько. Блин, а как ты догадался до этой нычки? А я, короче, я подошел, да? Только не надо говорить, не надо. Не бегай, пожалуйста. Он рядом, я его видел только что. На шифте. Нет, еще один. Прикинь, в этой нычке еще была бы нычка. А может? Нет. Он не варит вообще. О, мне калаш дали. Вы же догадались как-то. Мне калаш дали. За что? Мне Проэнд дал калаш. Я его, короче, ну сказал, типа, все, тебе конец. Он такой, на калаш, ну я его... Этим же калашом я убил, да? Да. Блин, ищи давай. Интересно. Мы на нычках. На классных. Мы все в одном месте, ты можешь нас найти, это будет вообще красавчиком. Да, мы втроём здесь сидим. Ну догадаться надо, IQ выше, чем у тебя что было. Да. Типа больше 10, что ли? Всё, Димас, теперь не подсказывай, теперь пускай ищет. Да, теперь пусть ищет. Где-то здесь, я понял, короче, в этой комнате где-то. Да-да-да-да, молодец, догадался. Всё, там ищи, там, да. Молодец. Я слышал, наши поздравления. Как палку пытались запереться. What? Ты проиграл. Так я же свой чит прописывал, вы сказали ж. Так у меня чит не хп. Да? Да. Ладно, я тебя еще найду. Вы же убежали.